меня, как кинорежиссера. Ты мне мешаешь. Часто спрашивают, что я сейчас снимаю, над чем я, грубо говоря, сейчас работаю. Снимаю я... Ты успокоишься или нет? Ты мне мешаешь, понимаешь? Повесь их вниз. По одной так, по одной. Так ты улетишь. Ты успокойся, нет, взрослый парень, успокойся его. Снимаю я сейчас киноэпопею. Ага, вот. Только этого нам тут не хватало. Снимаю я киноэпопею «Тысяча и одна ночь». Всего мечтаю отснять 87 серий. Это сейчас модно, товарищи, грубо говоря, денежно. Это шутка. Ну, еще о масштабах моей ленты. В батальных сценах использую все мужское население средней полосы России. Прежде всего, вы все хотите знать, кто же у меня, так сказать, будет сниматься в центральных ролях, да? Угадал, да? Угадал. Стесняется. На Свердловской киностудии, знаете, случайно, буквально отрыл, понимаете? Буквально, так сказать, как-то откопал вот, вот это. Это еще молодое, свежее, так сказать, дарование. Это... Господи, боже. Да я помню, господи. Это Витя. Витюша, Виктор. Поскромнее, поскромнее, поскромнее. Я думаю, что несколько слов Сережа сам скажет о себе. Говори, дорогой, встречайся. Все, что наболело, все, что тебя творчески, так сказать, греет, все, давай прямо. Чё тебя так свело-то все? Расслабься так, свободнее. Ага, и общайся. Потом еще вот. Спасибо, дорогой. Нас часто спрашивают, говорят, так сказать, вот такой интересный объем большой работы. Успокойся. Успокойся. Разговорился. Раньше надо. Ты успокоишься или нет? Никогда брать больше не буду. Я тебе вопрос задаю. Соберись. Помнишь, в начале работы мы тебе давали такую тоненькую книжечку. Сценарий называется. С буковками. Вот в этой книжечке у тебя лично есть любимое место? Понял. Купание рабынь.
Думать надо иногда, нет? Нас в очень дружеской форме спрашивают, говорят, дай вам Бог здоровья, долголетия. Говорят, как вы думаете успеть при жизни 87 серий снять? Товарищи, вот тут не надо закрывать глаза на правду. Конечно, не все из нас живьем дойдут до премьеры. До премьеры живьем дойдут не все.